Деньги моя. Снова канал по пути с Агасией. Я. А вот смотрите, море. Ой, не море велосипедов, море. Все подготовлено, все это участников, ну, более 700 человек, это точно. Еще идут, тут 4, да? А там сверху они бегут, отчасти это перенесли сюда, оттуда старт пустили. Ну, по садовой вот это огорожено, по ней это. Большую часть перенесли сюда. Утром здесь все было пусто. Помните, я вам показывала? Вот, еще плывут, некоторых уже снимают здесь. Так. Ну, вот такое мероприятие. Ну, прям задор, не так много людей, благодаря дождику, конечно. Вот. Что здесь у нас, видите? То, что было пусто, вот бегут. Ребята вначале бежали в одну сторону 5 километров. Оказалось, там еще одна, значит, дистанция сделана. 750 метров, не 2 километра. Плывут, потом, ну, дальше уже забыла. Вот так мне говорят, я это самое. Вот, конечно, под охраной. Такие велосипеды. Травку тут немножко поднамяли все. Ну, хоть немножко. Вот, следующий побежал. Видите, там далеко бежит. Вот и опять ребята бегут. Те, кто стартанули все в разное же время. Вот. Да здравствует спорт. Да здравствует участники и участие. Так, теперь хочу... Ой, как мне пройти. Раз. Все ходят, обсуждают, кто как упал, кто что рассек при пересечении. Господин Чехов взирает. По-прежнему это сонм таких, такого красивого транспорта. Правда, Антон Павлович? Вот так неплохо проводят время. Не в ваши дни, да? Вот, Антон Павлович, это вам не венце под публицистику.